Продолжим выпуск. 10 миллионов тенге выделили в этом году на восстановление городских парков. В эту сумму входит мелкий ремонт, побелка и покраска. Подрядчики определили. Начали по традиции с Парка Победы, чтобы успеть к главному празднику весны. Красят, белят и убирают мусор. Все это в Парке Победы. Также тут проводят сварочные работы и подклеивают плитку, которая за зиму отошла. В отделе ЖКХ говорят, этот сквер всегда приводят в порядок первым, чтобы к 9 мая он был готов. И даже сейчас, несмотря на пандемию. В этом году парада ко Дню Победы не будет. Из-за карантина принято решение его отменить. Но несмотря на это, мы все равно парк приводим в порядок, потому что он должен быть чистым. У нас определился подрядчик. В понедельник мы заключили договор, и во вторник он приступил к работе. Также успеть обязаны ко Дню Победы высадить цветы и произвести обрезку деревьев. Всего в этом году на ремонт 45 парков выделено 10 миллионов тенге. Азиза Исабаев, Мухамбет Айгужа, Максим Носков.